В Московской области возобновляются все строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В ближайшее время будет проведена корректировка сроков производства работ, в том числе с учетом вхождения в график. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил о необходимости соблюдать во время работы временные интервалы тишины. Кроме того, подрядчики обязаны следовать всем санитарным требованиям и следить за здоровьем работников.